Thank you.
воистину воскрес. Христос воскрес, Христос воскрес, сияет солнышко с небес, зазеленел уж темный лес, Христос воистину воскрес. Пришла весна, пора чудес, живущий родник, Христос воскрес, светлее в мире нет небес, воистину Христос воскрес. Дела твои велики, мой отец.
мама и бабушка. Мамочка милая, мамочка добрая, самая лучшая ты у меня. Ты моя солнышко, я хочу, твоя ласка, согрей меня. Если не слушаюсь мамочку добрую, то наказание сразу несу. Чтобы я знал, что значит доброе и что недоброе для меня. Ты научил нас, помни тебя, Господи, ты наставляешь нас жить, не шали. Благодарим тебя, милая мамочка, будем всегда на тебя надеть. Бабушка милая, бабушка моя.
Так, кто у нас в гостей приготовился? Выходите, лучше, Светлана. Наши хотят День Победы спеть, потом выигрыш. Ты меня расслышала? Да, хорошо. Алло. Почему все эти люди собрались сегодня тут? Почему все эти люди торжествуют и поют? Потому что в это утро много-много лет назад Иисус восстал из гроба, победивший смерть и ад. И Он пришел на землю с неба для спасения людей. Возлюбил Он сильно-сильно всех и взрослых, и детей. Говорил он правду людям. Я призывал добро всех, чтобы к Богу обратились и стали делать грех. Для того страдал спаситель страны. Не работает. Так, достаточно громко. Почему его распяли? Люди грешные тогда. Неужели не узнали у меня спасителя Христа? Потому что эти люди не поверили ему. Им не нужно было света, ведь они любили его. Для того страдал спаситель, чтобы грешник мог прийти и в крови его пролито и очищение найти. И сегодня он земной и он небесный. Ободрись, укрепись, Божий путь. Христос воскрес! Молитесь, воскрес! А Верочка расскажет? Верочка. Стефан песенку споет. Христос наш единый учитель, мы с ним начинаем. Итак,
Жили-были в одной деревне домики с расписными ставнями папа и мама. И было у них двое детей, Алёнушка да братец Иванушка. Дело было перед самой Пасхой. Доченька, мы пойдем в храм ключи и яички освещать, а ты дома приберись да за братцем пригляди, одного его не оставляй. А вечером мы все вместе на праздничную службу пойдем к Пасхе. Я тебе для праздничка платочек припасла. Хорошо, батюшка, хорошо, матушка, я все сделаю. Только папа с мамой ушли, в окошко уже подружки заглядывают, на улицу зовут в горелки играть. Выйди, выйди из ворот, поиграй в хоровод, хоровод. Нет, подружки, не могу, не могу, братца Ваню берегу, стерегу. На крылечке серый кот, пусть он Ваню бережет, стережет. Серый котик, поскучай, поскучай, братца Ваню покачай, покачай. Не удержалась Алёнушка, позабыла, что и папа с мамой говорили. Ты посиди здесь, поиграй, а я к подружкам сбегаю. Да и дома еще не прибрано. Ничего, успеем, я быстро. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло, погляди на небо. А в это время налетели гуси-лебеди, схватили Иванушку и унесли. Иванушка, Иванушка, где ты? Ах, гуси-лебеди, это они унесли моего братца, я их догоню. Бежит Алёнушка по лесу, а куда бежит, сама не знает. Видит, на пути зайчонок. Алёнушка, помоги, я за носу лапку попала, болит лапка, ходить не могу. Бежит. Вот, вот еще, некогда мне, у самой беда. Бежит Алёнушка дальше, а навстречу ей медвежонок. Алёнушка, помоги, я запутался в сети ловчие. Вот еще, некогда мне, у самой беда. Бежит она дальше, бежит по лесной опушке. Видит, цветочек маленький расцвет. Милая Алёнушка, помоги, отодвинь камень, дай мне к свету Божьему, к солнышку подарить. Вот еще, некогда мне о вас думать. Бежала так Алёнушка, бежала, а куда бежала, сама не знала. Совсем заблудилась, устала, а вокруг деревья стеной стоят. Испугалась Алёнушка, села на пенёк, да и заплакала. Бедная я, несчастная. Никому не нужны. О, бедная я несчастная. Почему не нужная? Нужна Алёнушка, нужна и Господу Богу, и Пресвятой Богородице. А вот насчет того, что бедная да несчастная, это верно. Потому что тот, кто своих близких забывает и бросает, тот сам себя несчастным делает. А кого я бросала? Весь день с подружками в горенке играла, а потом по лесу бежала. А вот на ней три твои сестры, три свои подружки. Кто вы? Вспомни, Алёнушка, с чего начали твои беды? Что тебе матушка с батюшкой наказывали? Убраться дома, да за Иванушкой смотреть. Ах, что я наделала? Не послушала. Вот ты меня и вспомнила. Именно послушание. Послушание – это святое дело и скорый путь ко спасению. Алёнушка, а когда тебе зайчонок, медвежонок, цветочек о помощи просил, ты им помогла? Стыдно мне, никому я не помогла, немилосердная я. Вот и меня вспомнила, имя мне милосердие, милость самого Бога делает. А я, Алёнушка, первая твоя помощница, никогда не забывай меня, имя мне молитва. Молитва и пост с Богом соединяют. А я тебя сразу знала, ты мой ангел-хранитель. А тебе мне мама много раз рассказывала. Прости меня, мой светлый ангел-хранитель, и помоги мне.